Военная обстановка в Сирии и Ираке 21 ноября 2016 года. Отряды сирийской армии, Хизбаллы, Лива Аль-Кудс и других формирований, лояльных правительству, продолжают продвижение на многих участках фронта как внутри, так и за пределами города Алеппо. 20 ноября правительственные силы установили контроль над большей частью квартала Сук-Аль-Джипс возле района Аль-Ассад города Алеппо. В то же время правительственные силы взяли под контроль высоту Таль-Зухур и несколько точек в районе Ханано и промышленной зоне старого района Шейх-Наджар в северном Алеппо. Утром 21 ноября альянс боевиков Джешель-Фатех под руководством группировок Харакат-Нураддин-Аззинки и Джебхат Фатех Аш-Шам, бывшая Джебхат Ан-Нусра, сирийский филиал Аль-Каиды, атаковал позиции правительственных сил в северном Алеппо, нанеся основной удар по высоте Аль-Сухур. Правительственные СМИ сообщили, что армия и ее союзники при поддержке сирийских боевых самолетов и вертолетов смогли отразить атаку боевиков. По сообщениям местных источников, бои в этом районе по-прежнему идут. Между тем, армия и Хизбалла продолжили проведение военной операции в западном Алеппо и вновь попытались отбить у боевиков их часть района Сук-Аль-Джипс. По сообщениям местных источников, Джебхат Фатех Аш-Шам и союзные ей группировки приняли решение о сдаче города Хан-Ших в регионе Западная Гута провинции Риф-Дамаск. Группировки боевиков были вынуждены принять это решение из-за сильного натиска со стороны сирийской армии в этом регионе. Недавно правительственные силы вошли в окраины Хан-Шиха. По имеющейся информации, переговоры в отношении итоговых условий сдачи находятся в завершающей стадии. Правительственные силы отразили атаку ИГИЛа на аэропорт Дейр-эз-Зор. Основные бои происходили в районе ферм Аль-Джафра, и в результате них были уничтожены 2 единицы военной техники, принадлежащей террористической группировке. Обе стороны сообщают о крупных потерях противника. По заявлению антитеррористического управления, которое вышло в воскресенье, силы безопасности Ирака освободили районы Хаю-Адан и Аль-Ха, а также строящуюся гидростанцию в Масуле. В тот же день управление сообщило, что в данном районе были уничтожены лидер вилаята исламского государства в Хаю-Адан Марван Хамед Салих Аль-Хаяли, а также другие игиловцы. Иракские силы народной мобилизации перерезают маршруты снабжения между игиловцами в Сирии и Ираке. На прошлой неделе ополченцы освободили авиабазу Талафар, а также окрестные деревни Закири и Хидар Альяс на западе от Масула. В настоящий момент ополченцы ведут наступление на ключевой город Талафар, подконтрольный игиловцам. После освобождения Талафара террористы ИГИЛа больше не смогут получать подкрепление из Сирии или большими группами отступать за пригород Масула.